Они вновь возвращаются на свои места. На пешеходной зоне опять устанавливают бетонные шары. Их убирали отсюда, чтобы укрепить конструкцию. И после исправления всех недочетов, как заверяют рабочие, катать эти бетонные глыбы по улице Волжской больше никто не сможет. Вот сегодня пробовали бабкетом за шар поднимать, плита не падает. Во всяком случае, руками его уже не подымешь. Первый раз шар с постамента столкнули в ноябре прошлого года. Глыба весом больше центнера выкатилась на дорогу и врезалась в машину областной службы спасения. Чудом никто не пострадал. Позже бетонные фигуры катались по всей Волжской. Фотографии выкладывали в интернет. Появилась шутка про саратовский боулинг. В итоге шар докатился до набережной. Ты не провалишься никуда, ты что, с ума сошел? Ты куда провалишься? Двигай! На эту проблему обращал внимание председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Позже на эту же тему высказался губернатор Валерий Радаев. Только после этого городские чиновники придумали, как исправить сложившуюся ситуацию. Сначала шары частично убрали с улицы Волжской, позже придумали их закрепить при помощи клея и специальной арматуры. Кроме того, планируют ввести систему видеонаблюдения. По-другому уследить за шарами уже не получается.